Сейчас Евгений Малкин – это лицо Pittsburgh Penguins для российских болельщиков. Футбольная атрибутика справа, футбольная атрибутика слева, а в середине – фанаты пингвинов. Место совсем не хоккейное. В этом баре чаще всего собираются фанаты футбольного «Спартака». Но этот вечер особенный. Помещение заполняют сплошь Малкины. Этот сюжет мы снимали до того, как телеканал «Россия-2» приобрел права на показ Национальной хоккейной лиги, поэтому пришлось искать трансляцию в интернете. Я простой болельщик Pittsburgh Penguins и хочу посмотреть матч любимой команды. Как мне это сделать? Национальная хоккейная лига заботится о своих болельщиках, да? Поэтому предлагает такой сервис – просмотр матча через интернет. Вооружившись кружками с пивом, группа поддержки выкрикивает фразу типа «Давай, жиндос, покажи всем». Так Евгению Малкину желают провести удачную игру. Болеть за команду, в которой есть наш игрок, и он там на первых ролях, это очень большая разница с тем, что болеть за клуб, в котором нет российского игрока. Пятница, 4 часа утра. Первый вопрос, который появляется в голове, когда смотришь на весь этот процесс боления. Кто все эти люди? Офисные работники, предприниматели, Офисные работники, предприниматели, в общем, ярые фанаты пингвинов не зря собрались. Все завершилось логично. Малкин забил. Питтсбург выиграл.